Когда я сажусь за руль своего автомобиля, я чувствую адреналин и жажду скорости. Грань между управлением автомобиля и пропастью очень тонка. От каждой секунды, от каждого километра на спидометре зависит, поедешь ты дальше или нет. У каждого участника есть выбор: повернуть направо или налево. Чем выше скорость, тем сложнее контролировать свою тачку. Правила просты. Оставайся на трассе и не будь последним. На этой развилке вы снова встаете перед выбором: повернуть налево и объехать трамплин, или же разогнаться до максимума и залететь на трамплин. Однако это чревато переворотом вашего транспорта и жестким приземлением. Велик шанс потерять время и проиграть гонку. Финишная прямая. Закрой глаза. Глубоко вдохни. И полный вперед!